Всем привет, друзья, с вами Райзум, и это восьмая часть прохождения кампании за тиранидов. Взяли мы мир Декарус, развалили здесь, по-моему, Эльдар, и у нас доступен теперь путь миграции космические титаны, который дает нам 80 единиц ресурсов. И есть здесь унаследованный геном, реактивная тяга. Дает флотам тиранидов дополнительное очко действия. Должен быть сожран, чтобы принести пользу. Для постоянной активации полного бонуса надо сожрать все системы с фрагментами. Замечательно. Будем жрать. Самая большая угроза здесь орки. Огромные просто. 7. 6. Кошмар. Ну, в общем, надо завершать ход. Потому что мы провели две битвы. Мы развалили имперцев, по-моему, да? И развалили Эльдар. Теперь нам надо бить хаоситов. Восстановиться и бить хаоситов. Империум готов. Ладно. Эльдары тоже обмазали защитой. Так. Орки набирают мощь, прыгают на имперцев. Калибан, что-то все прямо силы-то копят. Страшное время. Орков очень много. Ну ладно, орки не такие страшные. И тут, по-моему, мы с вами потеряли. Ага, еще и спешка началась. Угроза выросла. Тут мы потеряли флагман. Поэтому нам нужен новый командующий. А для командующего нам нужна сила. Выкидываем один корабль. Еще один. И нанимаем еще одного командующего. Здесь есть психовопль и панцирь. По-моему, ни у кого лучше нету набора. Все, красава. Медуза наша, потому что здесь сработало полное поглощение. Посмотрим, как оно сработает тут. Можно сюда даже бросить немного. Подбросить. Нужно строить, наверное, защиту тогда. Давайте. Защиту от вражин делаем, чтобы вторгались все хуже. Здесь есть что построить? Тут тоже защита есть. Так, в Белиале у нас два флота. Мы ждем, мы должны нападать на хаоситов. На хаоситов скоро сработает эта штука. Давайте даже посмотрим, как она сработает на них. Должна она их покоцать. А потом мы тупо их сожрем. Так. Давайте облака. Накидываем облака. Здесь хотя астероидное гнездо можно сделать. Ну ладно. Чтоб никто не приходил. Немного восстановим здесь свои силы. Пусть они ходят. Может встретить орков в Медузе. Тут сколько нам еще копить? Да, мы коцанные. Надо прыгать и на Эльдар. Орки два хода все равно будут идти. Медуза невкусная, но здесь есть уникальный материал. Открывает улучшение хитиновые пластины при поглощении важных объектов. Замечательно, здесь планетоидное гнездо, то есть здесь нужно строить гнездо выводка, когда у нас появятся бабки. Это все круто. Ого. Хаоситы нападут на Бейлис Корону. Ну нормально, пусть они рубят друг друга. Вот это не круто. Еще хаос, да ё-моё. Так. Норки вообще обалдевшие. Они уходят в мир Калибан, тоже нормально. Медузу без боя получили. Холланд сожрали, отлично. Наше все. И 1400 здесь. То есть эта штука уничтожает все, что было там в финале. А, после активации эта система переходит под ваш контроль. Я что-то не обратил на это внимания. То есть я тогда прочитал, но не поверил в это особо. То есть...
Да ё-моё, я буду это разбрасывать тогда, эту фигню сейчас. О, слушайте. Ну, раз так, воевать мы будем. Будем воевать как профессионал. То есть моя задача быстро все сожрать и просто защищаться, а не выгонять их. Ну да, хаоситов здесь даже нет. Круто. Вырабатывает 40 единиц ресурсов. За сотку могли бы построить здесь 10 что-нибудь. И нам надо в Террак. Пойдемте. Будем потихоньку лететь вперед. Очень медленно мы чинимся. Нифига у нас нормального нет. Нам нужен 8 уровень для крутых кораблей. В Медузе мы ожидаем орков. Давайте-ка придем к ним. Встретим, ну, раз вы так хотите. Захватим полностью здесь систему, да, и можно идти на миссию вообще. Подраться. Нам надо провести специальную операцию. Корабли есть, у нас, правда, покоцанный экипаж. Но уровень по чуть-чуть идет, да? Да. Перехода куча хаоситов. Фанасару нас забирают. Без проблем, брат. Брат имперец. Сто против 870 орков. Ну, автобитву я, наверное, не хочу играть, потому что там будет больно. Больно по горбу бить. Поэтому так сыграем. Заодно мы с вами перепроверим, хорошо ли у нас этот идет биоморф языкастый. Хочу себе флотилию из этих древних набрать и просто мочить всех. Да, у нас здесь все коцанное. Зато у нас 5 крупных кораблей. И очень удобно точки расположены на самом деле. Помня, какие буйные ребята орки, нам будет приятно. Приятно и удобно их развалить. Пошли. Как-то криво прыгнули. Да, мы тупо столкнемся с орками. Орки все навалятся на нас, как сумасшедшие. Мочим подвижку. Сейчас орки могут даже стать видимыми, потому что они любят же давить на красную кнопку. Любимое занятие. Посмотрим, сыграет ли в этот раз Ишник также. Блин, надо было сразу джижать. Да, 16. Грустно. Так, что я хотел? Ну ты точно боком атакуешь? Ты тоже точно боком. Ты торпедный, наверное, не можешь, да? Ты боком. Те, у кого есть торпеды. Вот ты правильно атакуешь. И ты тоже правильно. Все нормально. Надо посмотреть, там можно им, скорее всего, по умолчанию переставить. Надо будет так и сделать, чтобы не морочиться. Да, опять забыл. Забыл. Быстро хватаем. Здесь потом это возьмет мелкий. Орки, возможно, на нас бросятся. Все. Давайте-ка пустим с вами разведку. Короче, надо развалить, наверное, флагман и дать психовоплям. И все, все будет супер круто. Ну как быстро. Ты, наверное, не иди первый, потому что этот корабль легко возьмут штурмом. Все будет грустно. Мы его потеряем. Тут, кстати, ликторы есть. Не знаю, насколько они. Урон войскам 6, а здесь 3. Вероятность крит урона 28, здесь 28. Зато урон боевому духу у ликторов умножить на 10. А, урон войскам умножить на 10. Тут не так много на самом деле. Если только не кританет. Угу. Красная кнопка пошла. О, линейный крестер.
пошли, пошли большие, серьезные ребята. Так. А, тут есть слюнопушка. Ждем тогда этого товарища на нашу слюнопушку. В гости. А, биоморфа у меня нет. Держи пожары. Так, он починил. Хорошо. Еще пожар. Ну все, сейчас он потеряет команду всю. Дрейфующий, дружище. Всё. Давайте пожрем немного арчатины. Да, пожрали. О, там еще крепость, а крепость... А, крепость сразу среагировала. Водает. Ну ты повернись-то как мне надо, пожалуйста. Крепость надо мочить торпедами. Ладно, давайте мелочь убивать. Есть минус мелочь. Ты чё, ты зубастый. Гаси. Крепость, наверное, зубами грызть не самое. Ух ты! Хорошо, что я оттуда свалил. Крепость мы просто так возьмем. Чё-то сейчас одному будет тиранида очень грустно. Потому что он не успел уйти. Да, пожар на борту. Какая досада. Пойдем всю на пушку туда включать. Ну, короче, бой с орками очень быстрый. О, ты. Подожди. Покоцай нам только щит. Найс. Есть, да. Пошел штурм. Замечательный. Надо еще торпедами попасть. Там бунт. Эта херня летит на меня. И тут он на меня попер. Надо поворачиваться носом. Кто кого. Нормально, остановили. Когти хорошо делают свое дело. Главное сейчас не отъехать. Он остановился, да? Валим тогда. Штурм мы не успели кинуть, но это не страшно. Не суть. Тарань. Отдавай команду. Тоже отдавай. Он все-таки его убил, да? Эх, вот гад, а можно было без потерь. Сейчас мы убьем флагман, и все будет хорошо. Давайте-ка валим отсюда. Ну, есть. Есть бунт, хорошо. Я здесь, кстати, даже забыл про точку. Но орки просто сумасшедшие. Орки летят. Пока что они особой угрозы для нас не представляют. Потому что это все-таки не хаситы, которые издалека настреляют. Если толпой хаситы. Хаситы начинают стрелять издалека. И они вообще неприятные враги. Не нравятся мне они. Вот орки приятные враги. Давай обстрел. Торпеды хорошо бьют. Они войска ломают, да?
Да. Так этими торпедами еще можно все войска разбить. Приятные ребята, ну грызем. Правда, по жопе меня стреляли. Но урон идет неплохой, посмотрите. На пожар. Хорошо. Есть. И есть. Замечательно. Все, минус все орки. Да, с орками пока легко. Но посмотрим, когда пойдут уже серьезные корабли, когда пойдут крепости, как они будут наносить урон. Успеем ли мы выносить эти крепости, орковские скалы, зачищать до того, как они надамажат. Потому что дамажат они неплохо. Еще мы не дрались с некронами, с Тау. С темными эльдарами. Да много с кем тут еще, только драться и драться. Потеряли еще одного адмирала. Прекрасно. И они еще на меня идут. Да идите вы нафиг. Еще и вторжение имперцев. Вот, наследованные геномы. Тираниды могут улучшать свои гены, поглощая фрагменты унаследованного генома. После поглощения всех фрагментов геном, геном автоматически воздействует на ваши флоты, давая им особые способности. Сбор фрагментов можно отслеживать на панели улучшений. Значит, два задания. Панель у нас славы. А где панель улучшений-то? Пойди, найди эту панель. А, вот они. Реактивная тяга. Прикольно. Награда получена. Раз система, вторую мы пока не видим, да? Да. Можем зарубиться в медузе, можем подождать орков, посмотреть, кто здесь где. До восьмого уровня нам еще ждать, да? Надо подкачаться. Биоморф, психовопль. Нормально. Взяли новичка, добро пожаловать на борт, салага. Строить мы ни хрена не можем. Можем прыгнуть, развалить орков. Можем подождать орков, а нам надо ждать. Когда уже развалится этот чертов мир? Пока ждем. Что у нас в Белиале? Тоже сидим. Хаситов нет. Хаситы, по-моему, прыгают у нас в Немезис Тессеру. Да, через два хода и тут никого. Но мы без проблем, если что, их встретим. Минус 137, надо прыгать, надо мочить. Времени ждать нету. Да, надо прыгать в Калибан. Мы, в принципе, готовы. Caliban, a world torn asunder by betrayal and haunted by the treacheries of the ancient past. What remains is shrouded in mystery and shielded from the prying eyes of the Inquisition by the dark angels who once called this world home. But war has a way of bringing secrets to light. As conflict rages across the sector, who knows what glimmers of truth might flare beneath the light of dying stars. Интересно. Чё-то я не заметил там космарей. Где? Отжали у них мир. Одни ксеносы. Ну что? У нас здесь есть войска. Мы можем начать бой. Ильдар много захватывать. Есть чем, да? Да, надо получать уровень. Этот мир какой? Здесь гнездо, уникальный мид. О! Открывает улучшение предсмертный визг. Хорошо. Налеты Друхари.
синаптическое отродье. А есть чё пожрать? Мир плотной биомассы, 1400. Замечательный мир. Давно надо было его сожрать. Балбес я. Ну, погнали. 2152. Я боюсь, что в случае с Эльдар это будет очень нехорошее преимущество в их сторону, потому что орки-то на тебя всей толпой летят. Космодесант тоже, в принципе, всей толпой летит, и с ним можно как-то зарубиться. А вот Эльдар неприятно. Они хоть как успевают нанести серьезный урон. По точкам побеждать их неприятно, потому что там есть крепости. Надо с ними, короче, разминуться. Ух, прям терпеть не могу драки с ними. Ну давайте, друзья, вы сможете. Я надеюсь. Вот тут становимся, потом нужно будет развалить турели. Можем сначала. Давайте попробуем сначала снять эту штуку. Можно даже будет торпедами в упор срубить всю команду. Надо по Эльдарам торпедами попадать. Откуда они идут? Их вообще не видно, да? Но они понесутся сюда или сюда. В любом случае мы с ними зарубимся. Выбора нет. Тут надо идти бочком. И вот так. Пошли. Ждем их. Они нас в любом случае запалят. У нас есть биоморф, вопль. Ага, вот они. Вот они, не сбивают мне корабли. Дорогой, сюда. Посмотрите, как они мне турели разнесли. Просто в щепки. Их не должна быть большая команда. Мы пока не рыпаемся. Блин. Не хочу тратить. У него двигатель уничтожен. Ему вообще кобздец. Давайте дадим психовопль. Я, кстати, не поставил атаку. Тут пошел. Вы, ребята, боковыми, да? Боковыми нашиваете. Ты тоже боковыми. Ну ладно. Жалко, не попаду. Стой! Есть. Есть, но не очень. Можно получить по морде. Тут все. Причем получить знатно. Хорошо, сейчас будем высадить корабль. Команду мы так и не развалили. Вот этого гада тоже команда цела. Что-то больно. Все. Хорошо. А, ну поворачиваемся. У нас готовятся торпеды. Здесь готовим два прыжка. Он был, потому что повернется в любом случае. Ничего не трогаем. У нас левую нижнюю точку хапают. Гады. Какая нам разница? Да, он взрывает. Ладно, спасибо за поинты, друг. Неудача, я думал, это кораблик, а это не кораблик. Постой. Держал торпеды.
вообще не попадаем. Так. А, мы все-таки дойдем. Нет, я передумал. Ну, погоди. Вот ублюдок, а. Во, поворачивает. Давай, давай, давай. Я все равно тебя догоню. Минус парус. Так, его можно просто сожрать. Все, жрем. И идем мочить турели. Жри, гада. Не, когти — это очень хорошая вещь. Мне нравится, уважаю. Не успеешь взорваться. Вынужден тебя огорчить, мой друг. Где-то здесь большой. Эх, не поймали чуть-чуть. Ну ладно, забираем его. Стоять! Блин, как жестко они разваливают. Просто капец. Ждем мелких товарищей тут. Где сейчас заторпедим? Жторпедим. По идее, команда должна улететь просто нафиг. Ну-ка, посмотрим. Да, отлично. Хорошо, главное не отъехать совсем. Раз. Прыжок. Ну, ну. Ну. Два, отлично. Теперь настреливаем. Сюда, сюда и сюда. Ага. Ну, по-моему, сгорит он раньше, чем что-то сделает. Есть. И тут главное попасть биоморфом хорошо. Блин, я попаду только в нос, но да ладно. А, я даже не прыгнул. Гаси двигатель. О-о-о. Сейчас мораль... А, тут еще один, да ё-моё. Как же жрут их тираниды. Прыгай сюда. Что-то он вообще сдался. Ну ладно. Сдался, так сдался. Я тебя не виню. Много торпед. Два пожара? Да ты охренел. Зря его отпустил. Команд цела. Так, а тут мы уже перезарядились. Погоди. А-а-а-ть, ушел, ладно. Вот это неприятно. Надо валить. Сам получил. Мусорутия. Давай. Хорошо. Повернулись. Тоже хорошо. Минус куча хп. Он перестал гореть, да? Да, молодец.
Бунды. Ну все, Эльдары должны разбежаться. Победка, хорошо. Пару раз Эльдар завис что-то, отдал свои корабли. Ну, в общем, это тоже замечательно. Проблема, когда они все стоят кучей, и куча разбегается, потом куча же поворачивается и вносит очень большое количество урона по одной цели. Это плохая ситуация, невыгодная для нас. Очков славы замечательно, 1220. Чуть-чуть идем, еще одна хорошая победа такая, и все у нас будет круто. Forgive me, emissary, but the Imperium has concerns of its own. We know them only too well, for those same tendrils are tight about our throats. What do you offer, and what do you desire? A shared foe nurtures the seed of friendship. Aid us in defending our craft world, and we in turn shall aid you. Ивраина позвала на помощь верховного лорда адмирала Спайра, но так и не дождалась ответа. А, ну это мы уже читали все. И у нас слава, мы получили угрозу, снижение угрозы. Уменьшилось на единичку. Замечательно. Во, количество приказов, вот. Доступный тоннаж. Крутяк. Адмирал Спайр has been true to his word. Imperial vessels have arrived at Sanctuary. Will they be sufficient? I do not walk the seer's path. If you seek a guess, then I'd say it's too close to call. It will have to do. No other course is open to us. Is Astara prepared for battle? So I believe. We will find out soon enough. Буфет. Мир-корабль Астара уязвим как никогда. Дошло до того, что Эльдары предложили союз Империуму. Ивраина запросила поддержку у имперского флота, а верховный лорд-адмирал Спайр ответил согласием и отправил на помощь часть своих кораблей. Людям и Эльдарам пришлось отложить войну с хаосом, объединить усилия и приготовиться к сражению с тиранидами, которые угрожают всему сектору Калибан. Проведите специальную операцию в системе святилища сектора Калибан. Хорошо. Мы жрем этот мир. О, можем пока поесть немного. Немного поедим. Экспедиция Эльдаров. Пока зачистим. Нам, в принципе, штурмовать не надо, пока мы тоннаж не поднимем, да? Символ людей. Увеличивает угрозу Империума. Угу. Вообще ни хрена не пожрать. Гнездо тут какое-то. Нам нужны более крутые корабли. А вот где построить? Где построить нормальную... Нормальный флот? Я не знаю, можно прыгнуть назад в Белиал. В Белиал, по-моему, тоже плохой мир. Да, здесь ни хрена нет. Потому что в Немезисе нормальный, и в Бейлискороне нормальный, а в Медузе. В Медузе где-то тоже был хороший мир. По-моему, сама Медуза. Да, сама Медуза замечательный мир, в который мы должны построить гнездо выводка. Чтобы спамить нормально. Но 200 он стоит. Ладно, разберемся. Перезарядка ускоряется. Спинной мозг. Режимы можно использовать. Сотку можем получить хп. Или получить против торпед. Вот корабельный шанс при критических действиях при штурме увеличивается. Угу. На 10%. Или корабли с ангарами получают дополнительный. И вот это тоже нормально. Перекислотный-то я люблю. Давайте. Перекислотные батареи, это всегда круто. Ладно. Можем нанимать здоровяков. Денег нет ни шиша. Где-то здесь я должен был сожрать вкусный мир.
А, ну тут мы идем до 1400. И получим с вами хорошие ресурсы. И можно будет тогда мочить имперцев дальше. Можно здесь даже флот потренировать. Правда, здесь с хаосом зарубится. Кто-то кого-то убьет, потом придем мы и развалим нахрен. Вот тут даже замечательно будет флот поставить. 8-10 ходов. Через два хода его можно... А, автоматически. И здесь у нас появится крупный флот уже. С которым будет все легко. Гребаные орки. Орки, имперцы, здесь сейчас такая будет заруба. Ну, хорошо. Я, в принципе, не против подождать. Тут можно даже построить. 3 очка дополнительно. А, нет, 3, 6. Ну, мне нужно планетоиды. За 3 нифига не сделать. Пора уже делать флот с самыми крупными кораблями и просто мочить им всех. Серьезно. Мне еще и хаоситов не хватало. Опять орки. Отбиваться. Слишком много вторжений. Я вот снизил уровень угрозы, а он нихера все равно не хочет убывать. Ну ничего, я сейчас найму 3 огромных кораблины, как только пожру нормальные миры, и развалим всех. А, я коцанный, надо будет здесь как-нибудь восстановиться, отойти. Неприятно, или поставить там точку для восстановления. Давайте так. Есть. Захватываем тогда. Держал, друг. Вот ты атакуешь передом. Ты тоже передом. У нас панцирь, психовопль, биоморф. Хорошо, давайте разведаем. Быстренько орков. И посмотрим, кто там, что там. Но с орками опять должно быть просто, они опять навалятся толпой, я их всех развалю. Кстати, не забываем здесь восполнить экипаж. Что-то много мелочи, а где крупные? То есть один крупный вот здесь и все? А нет, вот она толпа! Какая жесть. Там главное хорошо впрыгнуть в эту толпу. В принципе, развалить ее не проблема. Есть торпедки? Торпедки есть, да? Тут и каменюки, и не каменюки. Правда, эта торпеда, вероятно, будет сбита, потому что орудий там очень много. Сейчас меня просветят. Понесся. Просветил. Главный корабль, наверное. Надо эту скалу. Развалить. Ты идешь жрать просто. Пусть будет так. Вот это жесть. Два психовопля. В нос давать, конечно, не очень. Ух ты, ух ты.
Отбили. Хорошо. Посмотрите, как он больно разваливает-то. Сука, сука, я попался. Это говно. А жаль. Да. Нагрубил. Я расстроился, простите меня, пожалуйста. Неприятно корабль потерять. Я его так берег. Надо срочно что-то делать. Прыгать сюда можно, но прыгать не можно. Надо убивать экипаж. Убиваем. Жрем эту гадость. Плохо сожрали. Ладно, продолжаем дальше тогда. Отдай! Мне нужна твоя команда. Давай, 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 давай. Блин, мы все горим от этой херни. Чёртовы флотилии орков. Куча пожаров просто. И на нас пожары, и на них пожары. Все горят, система горит. Давайте повернемся тогда. Да, грустно. Можно-то заторпедить нормально, и все будет хорошо. И тут тоже. И тут еще вот так. И сейчас торпедки пойдут. Ну? А, плохо, блин. Ну, имперский торпед быстрее. Я что-то никак не привыкну к таким. Кто такие медленные торпеды делает? Нафиг пошел. И гасим. А, все, победа, победа, но какой ценой? Опять регенится. Надо валить, короче, из этой системы. Ой, из этой, да. Из этой системы в соседнюю. Этот сектор нам сейчас не нужен. Точнее, сектор нам нужен, система эта не нужна. Потому что фигню всякую делают орки, постоянно эти драки ненужные. Теряем бойцов. Да, потеряли корабль второго уровня. Жаль, но ладно, на его место мы поставим какой-нибудь крутой. Тем более здесь через три хода еще хаоситы неадекватные. А, ну он еще собрался туда. Да иди ты в жопу. Вот проклятый, а. Калибан, забирай себе. Очень надо, там еще сейчас имперцы придут. Это не имперцы, это космодесант? Нет, это имперцы. Или космодес, я забыл. Нет, это имперский флот. А лучше бы эти темные ангелы пришли. Медуза. Медуза, медуза, мы давайте нахрен отсюда уйдем. Все, забирай. Тут мир сейчас съедим, его никто забирать не хочет себе, пусть они там дерутся. Сколько угодно, мы уже этот сожрали, тем более. Можно заглянуть в ним... А, денег нет. Ну, денег, деньги будут на следующий ход. Давайте туда сходим. Вот, здесь у нас будут бабки, когда мы наймем с вами хорошие корабли. Большие, мощные корабли и накидаем по шапке этим отбросом. Что у нас в Калибане? В Калибане мы ждем, здесь тоже ждем. Прыгать смысла нет, наверное, никуда. Стоять, конечно, тоже особо смысла нет. Но с орками тут рубиться надо. Да, тут надо регениться вообще бы. Поставить, конечно, штуку для починки. Очень медленно все идет. Здравствуйте, вот они, хаоситы. Угу. Он еще и укрепляет этот мир. Мой омут, который приносил мне 10 единиц биомассы, они развалили. Эльдар? Или это корсары? Корсары! Хорошо.
Ну да, и там же везде корсары. Пока что. Медузу забрали. Угу. Мудрые тираниды ждут. Там не рыпаемся пока. Идем в Тессеру, у нас куча бабок. Мы с вами нанимаем серьезные уже корабли. Фига не хватает. Почему это? Я чуть не понял. Ты хоть подсказку дашь? А, потому что там хаос стоит. Вот уроды, а! Ладно, мы пропрыгнули. Сейчас все сделаем. Вот этот крутой. Крутой парень за 395. Хотя можно и таких было нанять. Перекислотный и самолет. Но самолет тоже крутая тема. Вот это мне нравится. У них у всех когти, да? По умолчанию спереди. Нарисованы, по крайней мере. Но как способности, этих нету когтей. То есть есть массивные когти. Вот эта мне штука нравится безмерно. Сверхтяжелая пирокислотная артиллерия. Хотя лучше ангар. Самый серьезный парень с ангаром. Серьезный парень с ангаром. Этот покоцанный. Но зато он... Надо одного выбросить, да? Давайте этого тогда, может, выбросим. Или стоп. 430, 512. Кто из них хуже? Первый хуже. Его надо выбрасывать к чертовой матери. А, мы не можем. Для начала нам нужно пересадить вот сюда флагман. Кстати, поставим ему сразу боковую стрельбу здесь. На тебя мы убираем. И берем сразу себе огроменный корабль. Корабль. Отлично. Можно еще кого-нибудь мелкого взять. Для захвата. Для сугреву. Берем. Транжирим бабки государственные. Давайте здесь тогда ставить все. Здесь у тебя что? Ты стреляешь боком. Так. Ты... Спереди все хорошо. Ты стреляешь тоже боком. Построить мы пока больше никого не можем. Через ход, наверное. Да, у нас очень мало поинтов. А денег мы тратим до хера. Можно, кстати, может быть, нанять адмирала какого-нибудь. Хотя, блин, денег нету на это нифига. Мне нужно специальную операцию провести в Калибане. Вот хочу ли это делать, скоро орки придут, мы оркам по шапке нададим или не надаем. Тут можно ждать, а можно прийти сразу, но лучше, наверное, подождать, пока наберется все. Здесь все нахрен очистить, сожрать все миры. Ну хотя бы эти миры мы заберем, надеюсь, орки там будут стоять и сдохнут. Но теперь, тем более, они друг друга перебьют, и все будет отлично. А в Беле лоти смысла нет. Ну, мы пока справимся, я думаю, так. Восстановимся понемногу. Давайте закончить ход. Угу. Хаситы идут нам в гости, окей. Я не против. Заодно протестируем свои новейшие корабли. Оркам же орков минус, да? Ха!
Орки в автобое что-то показывают невероятные результаты, они побеждают всех. Ну, здесь-то они вряд ли, конечно, победят, но было бы забавно. Но посмотрите, как много они забрали с собой. Жесть. Кто-то перебафан, по-моему. Кто-то перебафан, надо здесь Калибан тогда сразу взять себе. Символ. Неперевариваемый символ людей. Тессера. Ждем хаоситов в гости. Нас здесь копится, мы даже сможем взять кого-нибудь потом. Добавить корабль на 135. То есть один мы сможем убрать. Какой он дешевенький. И дешевенький взять. Показывали бы еще, сколько он жрет. Я вот не вижу. Сколько поинтов ты жрешь, гад? Бритва дьявол. 198, да? Угу. Этого хватит. Этого как раз хватит на вот этого парня. Биоулей с щупальцами. А тут есть и... нормальные щупальца можно притягивать, и батарея, и жрать, правда, он не такой эффективный, но, в принципе, нормально. Как другие. Все-таки ангар самая крутая тема. Ждем хаоситов. Хорошо. Там ждем хаоситов, тут напрыгиваем на орков. Блин, ну так медленно все делается-то, а. Вдвое ускорять, здесь всего лишь плюс 10. Это грустные миры. Здесь плюс 14. Может, Эльдар разбить? Пока время есть. Все равно, пока мы тут жрем, тиранидов нам ждать. Ой, тиранидов, Эльдар. Заодно починимся. Корсаров здесь отобьем, хорошо. И хорошо все будет. Отмели, да? 40 единиц ресурсов, если бы там стоял флот. Но флот там ставить пока дорого. Надо лететь вперед. Ладно, разваливаем тогда здесь до Нинимая, мы просто идем потом по миссиям, потому что времени нет, а миры жрать надо, а денег нет ни хрена. Если я буду строить омуты, я ставлю сотку, и омут должен простоять 10 ходов, чтобы окупиться. А как вы видите, здесь постоянный идет напор, и 10 ходов омут вряд ли постоит. Нормальная тема, это только вот эти китовые штуки. Ну ладно, давай, хасит, иди. Давай на меня. Потерянные что-то там. Я даже не знаю, кто это. Так, теперь у нас во главе стоит здоровье. А я его не поставил флагманом, да? А надо было. По-моему, не поставил. Он хоть появится в бою? Вот оно. Но он не флагман. Ну ладно, мега-креветка готова. Заправлено. Здоровый собака. Так. Хаситы, да? Приготовиться к удару или обостренное чутье? Скорость перезарядки, скорострельность и скорость заполнения шкалы тяги. То есть так. Быстро все хапаем. У нас отличный флот. У нас два флагмана вылезли. Биоморф есть, шипасты есть. Давайте разведаем. Там еще много невидимых кораблей идет. Надо с хаосом поосторожнее, они, ребята, серьезные. Надо сразу прыгнуть, короче, и развалить к чертовой матери врага. Ротация, регенерация. Есть регенерация. А, ну регенерация это... восстановление критических повреждений, а не ХП.
искусство абордажа. Молнии не бьют. Фатальная эффективность войск. Да, жесть, Титан 24. Силовая установка тиранидов. Жесткий удар. С вероятностью 10% корабль наносит дополнительный урон войску. Окей. Надо только, наверное, рассредоточиться, и все будет хорошо. Давайте. Ты солидный, стреляешь мордой, да? Подходишь в упор. Да, хаситы делают страшные вещи. У нас есть два психовопля. В принципе, это даст нам возможность морали до 200 опустить и потом просто развалить чертовых хаситов. Сейчас будет крик. Стоим пока. Тут надо жрать. Интересно, сможем ли мы? Чуть-чуть не долетаю. Надо срочно. Срочно. Не, ну куда ты прешь-то, гад? Повредили хотя бы мостик. Давай, дерись. Блин, были торпеды. Ой, торпед бы хорошо сейчас зашли. Пошло. Просто раним. Давай, дружище. Короче, надо помогать. Всех жрём. Интересно, попаду. Ну, так себе попал. Догоним ли мы этого гада? Почти, почти. Пошел бунт. Ну такая сильная способность, просто меры нет. Сейчас будет урон войску. Здрасте. А мы к вам. Есть бунт. Ты лови гостей. Любишь гостей? Вот и гости тебя любят тоже. Раз, еще пожар, да? Давайте включать всем перезарядку, чтобы прыгать хорошо. Да, как тебе нет, лучше бы я не сигал туда. Все. Здоровяки слабо таранят. Грустно, три пожара. Ну все, все хаситы разлетелись. Неплохо. Правда, теперь лечиться. Но пока мы будем там нанимать, мы сможем вылечиться нормально. Все-таки под ближний бой нужно других ребят брать. Хотя, казалось бы, посмотрите на вот эти штуки. Спереди они должны всех уничтожать. Я даже в час уложился по этому видосу, благодаря такой великолепной победе. Замечательно. Очков славы нам дали много. 73. Грустно. Там даже подкрепа выйти не успела. Они просто отъехали все. Бывает. Угу. Здрасте, хасит. Но хаситы отлетят, понятно. Это же орки, да? Нет? Удивили меня, я был неправ. Круто.
Я думал, орки ноль шансов всех побеждают, а тут, оказывается, вон супер хасид пришел. Великий чемпион. Кто там еще собрался? Опять хаос. Ильдар на меня нападает. А я-то надеялся все три этих корабля, все три флота уничтожить одним махом. Ладно, ход 32. На этом, друзья, наша серия заканчивается. Да? В следующей серии мы развалим Эльдар здесь. Надоймем еще крупных кораблей и пойдем дальше по системе, потому что ресурсов нифига не осталось. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии на ютубе. Кто не подписался, подписывайтесь и увидимся в следующей серии. Пока!